доставила тебе удовольствие. Ужин с Вуди Аллен. Моя дочь фармацевт. Вот сходите к ней. Я ищу Дэйватса. Он вербует женихов для Алис. Но это бред. Выдать меня замуж до конца года. Такси! Такси! Мне лучше подождать с вами. Я не представился. Виктор Блан. Алисовец. Вам нравится Вуди Аллен, а меня не привлекают его фильмы. Я и не видел ни одного. Никогда? Ну и что теперь делать? Проводить вас или вызвать скорую? Кстати, я купил фильм вашего приятеля. Боюсь, вы не поймете его тонкого юмора. Вам не понравится. Если это хороший фильм, то понравится. Зачем я это сказал? Хотите пообедать со мной? Нет, переспать еще куда ни шло. Думайте, что хотите. Умерла так умерла. Почему вы одна? Уже не одна. Он красив, он мил, он любит искусство. Само совершенство. Такие лишь позволяют тебя любить. А вы оптимист. Надо бы познакомить вас с моей семьей. Здесь все дышит радостью и спокойствием. Скажите, давно Пьер изменяет вашей сестре? Эй! Ошибаться в людях нормально. К такому я не была готова. Нет. Эти фильмы как раз об этом. О парочках, которые встречаются, влюбляются. Это жизнь. И что у тебя с Виктором? С Виктором? Какие глупости. Приятный аромат. Это все, на что вы способны? Ну а в чем ваше безумие? Я о вас ничего не знаю. Кроме того, что, похоже, ваша бывшая была стерлядь. Вы хорошо поете. Это все, на что вы способны? Париж, Манхэттен. Скоро на экранах.